На территории Караватицкого сельского совета 10 весок, у которых проживает больше за 2500 человек. Некоторые из них имеют потребу в особливой увазе. По их адресах и отправится назиральная комиссия. Представники сельсовета, инспектор Держпажнагляда, участковый милиционер и социальные работники. Самый проблемный дом у вёсцы Пироволока належит пожилому мужчине, який после смерти жонки живе один. Тут специалисты означают все махчимые порушения правил пожарной безопасности. Разом было знойдено и выйти. У худким часе пенсионер переедет на постоянное жихарство у покой сестринского догляду при одной из больниц. С остатним контингентом ситуация простей. У нас было запланировано обследовать 229 человек. Мы все обследовали, плюс многодетные были, социально опасные. На сегодняшний день все замечания устранены по группкам. Пишем ходатайство, оказывают помощь, и дровами оказывают помощь, значит, на покупку дров. Все это как бы нормально, вроде никто не жалуется. Подчас наступных визитов переконываемся у справедливости этих слов. У доме, где проживает шмадетная семья, чистеня и парадок. Две печи у задовольняющем стане. Няма расколена, перотопочной дверцей замацаваны железный лист. Мается оповящальник, замененный электропроводком. За всю отказностью до темы уласной безопасности относятся и пожилые жихары. Яны привыкли вырашать проблемы уласными силами. И только у выпадку в острой необходимости звертаются за допомогой, якую им, вядома же, кажут. На сегодняшний день проверено около 97 тысяч жилых домов, составляет 90% от общего числа. По выявленным нарушениям ведутся непосредственные работы ремонта печного отопления. Органами местной исполнительной и распорядительной власти были выделены финансовые средства. Руслан Проляскоўскі, Максим Савін, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».